What a wonderful world. Вот сколько раз тут езжу, впервые заметил, что наверху на этой ферме морской корабль с пушками, военный. Мы едем на пляж. Long Beach называется. На Long Beach едем. Вдвоем едем, без тайки. Ей некогда, она сказала, что нужно ей убирать квартиру, стирать и готовить еду. Ей некогда ехать на пляж. Ну, короче, мы за нее сегодня оттягиваемся опять. Жара, красота, океан, крабики, обезьяны. Ничего не напоминает, а? Напоминает. Напоминает тот пляж, где корабль был затонувший. Я поснимаю, это же контент. Ну, да. Вот что творится на диких пляжах Таиланда. Вот кто хочет посмотреть нетронутую природу, может это сделать. В основном пластик. Пластиковые мешки, пластиковые бутылки, пенопласт, всякие вон ложки, расчески, крышечки от всякой косметики, от парфюмерии, ручки, штучки, зубные щетки, блесна и зажигалки. И веревки еще, и всякие стаканчики одноразовые. Вот, короче, этим мусором завалены пляжи, а пляж красивый. Мусора очень много на некоторых пляжах, вот как этот, например. Его надо убирать конкретно. Тут надо какую-то команду людей, чтобы они этот пляж приводили в порядок. Но так как здесь не приносит прибыли, никаких туристов здесь нету. И денег здесь ни на чем не заработать, ни кафе здесь, ничего нет. Поэтому здесь никто и ничего не делает. Плавный заход в воду. Песок, как видите. Никаких ни ежей, ничего нету. Идеальный вообще пляж, просто шикарный. Ну что, искупаемся? Искупаемся. Thank you.
Что ты там увидела под водой? Я глубже заходить не стала, где-то по колено. Там просто камни уже. И мутно все, и какие-то там листочки, грязь какая-то. Я не хочу туда идти. Там страшно. Вода мутная, потому что дожди. Сейчас немножко вода успокоится, вода будет прозрачная. Потом поплаваем. Поснимаем вам под водой морских жителей. Водичка сейчас еще недостаточно прозрачная. Попался мистер Крабс. Что, никак мне не укусить, да? Ай-яй-яй-яй-яй. А я попробовал его. Я тоже. Настоящего. Ну, настоящего. Большого. Да их тут дофига, этих крабов. Я, короче, копала тут эту водичку, вот в ладони прямо. Да. Их тут полно, этих крабов. Они зарываются в песок и сидят там в песке. А я тут, короче, это копаю, блин. Ужас такой. Раз и не видно. Такой бедненый. Новый дом для крабика. Вот. Ему большевато было. Ничего, он на вырост. На вырост. Крабик обрел свой новый дом. Нормально. Сейчас он там отойдет от стресса в новом доме. Который он сейчас обустроился. Мы рады за крабика. У крабика теперь новый просторный дом. Крабик живет в Таиланде, ему круто повезло. Да.